Сегодня крупный телеграм-канал сообщил ужасную новость. Известная певица Диана Гурцкая, 40 дней назад потерявшая мужа, сейчас находится в больнице. Все эти 40 дней без мужа она не могла прийти в себя. Как известно, ее муж занимал крупный пост в правительстве, и после его смерти Диана столкнулась с множеством трудностей. Источник телеграм-каналу рассказал, что незадолго до кончины ее муж связался с сомнительными людьми, которым пообещал решение их вопросов за крупную сумму денег. Скоропостижная его кончина не позволила ему реализовать задуманное. На третий день после смерти мужа к ней пришли люди и потребовали вернуть деньги и выплатить неустойку. Гурцкая не была посвящена в дела мужа и не знала, куда пропали деньги. Ей настоятельно посоветовали их найти, а если не получится, то продать дом. Эта ситуация сильно сказалась на психическом состоянии певицы. Врачи прописали ей сильнодействующие успокоительные вещества. На мероприятии, посвященном 40 дням с момента ухода мужа, Диане снова позвонили и спросили: «Ну что, ты нашла деньги?» Она не смогла ничего ответить и просто положила трубку. Потом она ушла в комнату и закрылась. Родственники заподозрили неладное и постучали в дверь. Ответа не было. Тогда они выбили дверь и увидели страшную картину. На кровати лежала Диана, рядом был пустой пузырек с успокоительными и записка, в которой было написано: «Иду вслед за мужем». Прибывшая скорая помощь забрала певицу в больницу в бессознательном состоянии. В каком она сейчас состоянии, телеграм-канал не сообщает.